регулирования биткоина и блокчейна. Испанская банковская группа BBVA опубликовала заявление, в котором говорится, что руководством биткоин не указаны правила для частных случаев использования блокчейн. Автор документа, глава цифрового направления BBVA Хавьер Себастьян, утверждает, что регулирование необходимо для контроля корпоративных случаев использования блокчейн. Кроме того, он утверждает, что необходима ясность в отношении юридической действительности записей, хранящихся в блокчейн.